замечательный домик, который располагается на юго-западе Омаха. Опс. Заходим сюда. Какая у меня общая площадь, ты помнишь? Сколько? Тысяча, наверное. Тысяча, да? Ну, это не считая того, что мы... Я понял. То есть мы заходим сразу на второй этажик. Холл, совмещенный с кухней. Большой плюс, что здесь уже старые все материалы демонтированы, и можно приступить прямо сразу к ремонтным работам. То есть обычно после старых владельцев остается кухня, которая и не туда, и не сюда, вроде бы и старенькая, и обшарпанная, и с другой стороны выброс туда жалко. А здесь тот самый случай, когда кухня прямо просится на замену. Вот. Снят старый ковролин и вытянут уже, то есть за это платить денег не надо, и сразу можно постелить какое-то новое покрытие. Первый bedroom, вот, небольшая, идем дальше. Вторая, детская, можно сказать, да, второй bedroom. Естественно, со шкафчиком, все как обычно. И как бы мастер bedroom, то есть большая спальня. Один небольшой минус, то что на втором этаже находится только один санузел. Вот, это, скажем так, минус, то что для дома... Теоретически ты можешь второй санузел построить внизу. Да, никто не мешает это сделать. Ванна, соответственно, открывается вид на соседей. Вот. Спускаемся вниз. Здесь все осмотрели. Да, еще вот такой здесь шкафчик при входе. Даже он с дыркой, чтобы попасть на крышу. Это попрут зомби. Так, ну самое интересное, любопытное, спускаемся в бейс. Бейс от меня на самом деле очень порадовал. И сейчас объясню, почему он меня вообще порадовал. Мы спускаемся вниз. Внизу весьма-весьма хорошая стяжка. Ровная, на которую можно прям практически сразу или положить плитку, или какое-либо другое покрытие. Есть carpet tiles, может. Ну да, но стяжка хорошая. То есть то, что здесь какие-то трещины, это как бы it doesn't matter, потому что в общем и целом она прочная. Хорошая бетонная стяжка. И очень большая площадь вот этого самого бейсмента. И эта площадь не загажена, не захламлена мусором. И она единая. То есть можно ее разделить уже сейчас на секции. Вот здесь идеально построить себе бейсмент. Ну, сюда. Можно даже сауну здесь сделать. Это все. То есть здесь вот про... Да, 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 я понял, да. То есть вот здесь спокойно можно купить модульную сауну у китайцев, которая продается. Поставить здесь и джакузи спокойно, и себе, да, а с другой стороны оборудовать телестудию или комнату для отдыха, или, не знаю, офис для работы, вполне и вполне, вот. Да, это очень хороший расклад, что здесь нет никаких старых этих стен и прочих гадостей. При желании можно обить все это, как это называется, утеплителем, да? Утеплить, да, и соответственно уже потом гипсокартон, как это обычно делается, ячеистая такая структура набивается, и сделать все это. Но факт то, что чисто очень, очень здесь чисто, и как бы поле деятельности безграничное, все что хочешь можно сделать, да. И что еще, выход, немаловажно, даже второй выход, да. Вот здесь даже если построишь бедрум, то оно будет считаться как четвертый бедрум. Да. Главное, чтобы без этого вот офлайн не приходится платить налогов платить, если вдруг. Если делать по-умному, то... Я у вас проконсультируюсь по этому вопросу отдельно. Выходим, это отдельный выход. И мы оказываемся
на бэк-ярде. Плюс он под наклоном, поэтому будет постоянно сухой и выходит на южную сторону. Поэтому даже если здесь будет снег, он будет практически мгновенно таять. И все это будет стекать, вся эта жижа к соседям. Собачки, гав-гав. Он будет счастье соседям. Да. К сожалению, нету здесь гаража. Но если проскинуть мозгами, вполне вероятно, мы какой-нибудь навес со временем здесь организовать. Да, наверное, навес ты сможешь организовать для машины вот здесь, да. Можно будет это продумать, вот, немножко заасфальтировать здесь, утопить по-моему, чуть-чуть. Да. Опять же, вот тут земля есть лишняя, которую спокойно можно на тачке сюда перевести. Все это дело выровнять, утрамбовать, залить цементом основание и сделать, соответственно, уже. Да, может быть, они для этого земли привезли. Вот эта вот куча земли, она была остаток. Лестница, конечно, здесь будет лишняя, жалко будет ее ломать, вот эту лестницу. А зачем здесь? Я просто буду заспальзировать здесь, и будет стоять машина. Ну, можно и так. Можно и так, посмотрим дальше. Весь дом обит свеженьким сайдингом, поэтому снаружи никаких ремонтных работ делать не нужно. Снаружи все замечательно. Даже стоит достаточно живой кондиционер, который тоже менять не нужно. Соседи, вот, кстати говоря, по-моему, весьма приличные соседи, судя по тому, какие у них участки, в каком они находятся состоянии. Люди, смотрю, и газон стригут, так что это хороший показатель. То есть соседи вменяемые, если занимаются подстрижкой газона, это хорошо. Видали мы районы и похуже. Так, ну что, тогда я обойду дом снаружи, сниму, а ты тогда закроешь, я зайду через опять через ту дверь. Да, он такой новенький. Если бы у него был гараж, он бы точно за 100 тысяч. Придется пока машина здесь парковаться. Придется, говорю, машины парковать перед фронт оф билдинг. Вот да. Посадишь, ну да, здесь не паханный край работы, чтобы посадить плодово-ягодные деревья. Да, или декоративные. Ну и, соответственно, вокруг достаточно неплохие соседи, я смотрю. То есть... Из плюсов рядом располагается парк. Центр парк, школа. Парк находится прямо в шаговой доступности, можно до него даже пешком дойти. Так что это очень большой плюс. Вот. Ну и вот два окна бейсмента, которые мы видели, и, соответственно, вход в сам домик. Вот. Вот, собственно, такой расклад. Как ты сама думаешь, возьмем, нужно будет делать заявку на стоимость этого дома? Я поговорил с риэлтором. Потому что обозначил цифру 67 тысяч. Ну вот они просят 67, но я поговорю, сколько заявок там, сколько вопросов ему задают. Если не слишком много, то нужно и меньше. Скажи, пожалуйста, а заявку выбирают из расчета самой большой цены, предложенной, да? А если мы заявку сделали, мы поменять цену уже не можем. То есть мы просто выступили с этой ценой, да. И, соответственно... Ты можешь, чисто теоретически, можно... сделать двухшаговый вариант. Найти еще одного человека, который подаст заявку, да? Нет, это плохое. То, что нет, по условиям он не может ее тебе присвоить. Он может только от нее отказаться, и тогда следующую пойдет тебе в руки. Может быть. А может там будет кто-то еще вклиниться. Понятно. Такие игры я бы не... Ну я понял. Скажи, а вот самого риэлтора, который вот непосредственно за этот дом отвечает, его можно как-нибудь за жабры взять и эту информацию у него выдавить? По поводу количества заявок, там, грубо говоря. Я только могу его ласково спросить. Понятно. Ну ласково-то можно узнать, много заявок. Вообще, о каком порядке стоимости сейчас идет речь? Ты знаешь, я не думаю, что он больше, чем за 67 его продадут. Просто потому что гаража нет. А за 60 не продадут его случайно? Нет. Ну, ты можешь подать какую угодно заявку. То есть вероятность, соответственно, выигрыша понижается. Я понимаю, но на Зилоу-то люди ориентируются на те сцены, которые выставлены на Зилоу. Если ты
цены на вот эти дома, они превышают 100 тысяч, которые недавние продажи, и без гаража особенно. Ну, здесь некоторые есть с гаражом, некоторые без гаража. Но вот да, но вот этот 100 тысяч я согласен, эту планировку я сталкивался, вот, что вот это вот домик, что он тут беленький 7606, я сталкивался, 100 тысяч стоит, да, стандартная планировка. Ну, у нас, соответственно, падает в цене, потому что здесь он комплит, и, скорее всего, он с ремонтом. Я не думаю, что если бы ты вот его отремонтировал, выставил на продажу, что он продался больше, чем за 95. У знакомых дом в районе West Maple и Бланда, и 114-е, там продался за 120 тысяч. Они очень долго продавали, вселять практически продавали. Но у них был с гаражом на две машины. Ну да, вот на две машины это вообще бесценно. Вот одна машина, один гараж, он очень сильно вредит стоимости дома. Вот когда два, между двумя и тремя, в зависимости от района, может вообще не быть никакой разницы. А вот один и два – большая разница. Два гараж, машин места. Да. И ремонт все было сделано идеально, ничего вообще не надо было в доме делать полностью. Ну, 120 тысяч мало.